Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня. В студии Павел Танин и в этом выпуске. Медицина, пенсии, ЖКХ и не только. Какие изменения вступили в силу в России в новом году? Поддержать кандидата в Якутске начался сбор подписей за выдвижение Владимира Путина на предстоящие президентские выборы. 1000 школьников на 34 секции. В столице республики началась научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В минувшие новогодние каникулы в России вступили в силу законы, которые многое изменят в жизни россиян. О главных из них расскажут наши корреспонденты. Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора, появляется обязательная процедура согласования жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов. Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. У остальных есть время до мая 2018 года, чтобы определиться с выбором. Теперь врачи смогут помогать на расстоянии, консультировать по телефону и интернету. Вступил в силу закон о телемедицине. Страховые медицинские компании теперь обязаны присылать людям, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, смски, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. А медучреждения так организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность новой диспансеризации – более активный онкоскрининг. В России ввели налоговую амнистию для граждан. Признали безнадежным к взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме того, власти спишут недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившимся на эту же дату. Ужесточен контроль работы управляющих компаний в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которые занимаются обслуживанием дома. Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. Для неработающих пенсионеров пенсии с 1 января стали больше на 3,7%, социальные на 4,1%. Важный момент. В этом году проиндексированную пенсию начали платить раньше, а не с 1 февраля. Минимальный размер оплаты труда подтянули до 9 489 рублей в месяц. Рост составил 21,7%. Повышение минималки коснется, по данным Минтруда России, 1,5 миллиона человек. Туяра Филиппова, НВК Саха, Якутск. В Якутске начался сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Общедоступные пункты сбора подписей открыты в аэропорту Якутска, а также в торговых центрах Туймада, Проспект и Айсберг. Российский центр «Избирком» зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина 28 декабря. В тот же день центр «Избирком» дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. Это позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017. По крайней мере, хоть что-то меняется как-то и внутри страны, и отношения за пределами страны, и как-то лучше вроде жить становится. Полностью поддерживаю политику Владимира Владимировича Путина. С удовольствием подпишусь. Я считаю, что на сегодняшний день единственная кандидатура, которая из всех заявленных, это Владимир Владимирович Путин. Изменения мы всегда ждем, конечно, должно быть все к лучшему. Прошедшие праздники в усиленном режиме работали сотрудники полиции и экстренных служб. В эти дни зачастую увеличивается количество ДТП и других происшествий. Добавилось ли работы правоохранительным органам в январские каникулы 2018-го, выяснял Евгений Тайтонов. Новогодние праздники – одни из наиболее пожароопасных периодов. С начала этого года по республике зарегистрировано 16 пожаров, в которых пострадал один человек, погибли четверо. На территории города Якутска и его пригородах зарегистрировано 8 пожаров, имеется один пострадавший. Проводится профилактика также среди иностранных граждан, где именно они проживают. Беседы проводятся на тему пожарной безопасности,
соблюдение ее. Во время новогодних праздников в травматологический пункт Якутска обратились более 1000 горожан, из них 700 с экстренными травмами. В основном, конечно, это преобладали переломы средней и легкой степени тяжести. Очень увеличилось количество за праздничные дни травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения в связи с праздниками и выходными днями долгими. Были случаи получения травм вследствие взрыва петард. А на автодорогах Якутии 20 человек получили различного рода травмы в 16 дорожно-транспортных происшествиях. Всего выявлено нарушений по республике 3479. Из них выявлено водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 110. Раскрыто 4 угона. Изъято одно наркотическое средство в городе Алдане. Изъято один боеприпас в виде 60 патронов в Татинском районе. Новогодние праздники позади, но орган, обеспечивающий безопасность населения, также продолжают нести свою службу с прежней ответственностью. Евгений Тайтонов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Еще до Нового года власти Уснеры отчитались о завершении ремонтных работ на канализационных напорных станциях. Объявленный ранее режим ЧС сняли. Однако разливы канализационных вод продолжаются. Год начался новый, а проблемы остались старые. Подробности далее. Наша съемочная группа в очередной раз проехала по местам разлива канализации и еще раз убедилась, что дела обстоят совсем не так, как рапортует отвечающая за этот объем работы организация. Следует напомнить, что по требованию природоохранной прокуратуры республики еще в ноябре была проведена проверка. Составлено административное и вынесено постановление по статье 8.2 на должностное лицо и на юридическое лицо. Пока в данный момент штраф не оплачен. Если в течение 2 месяцев штраф не будет оплачен, будем административное расследование восстановить по статье 20.25. Каждую весну под этим мостом дети играли, мальчишки гоняли шайбу. Сейчас практически все русло ручья наполнено фекальными водами. И маловероятно, что весной кто-то рискнет пройти через этот мост. Здесь же на берегу, как говорят местные жители протоки, находится здание центральной распределительной подстанции. Рассказывает дежурный электромонтер, работающий уже 38 лет, Лидия Иванченко. Это центральная подстанция, которая обслуживает поселок. Приходит 6000 киловольт на этот портал. Вот идет кабелем, заходит все это в распредустройство. У нас кабель заходит снизу. Если попадет вода в кабельные каналы, а уже куда подошла вода, вот вода находится, вот у нас портал, вот уже вода попала в кабельные каналы. То есть это будет объемная работа. Поселок останется просто без света. Если не будут приняты неотложные меры и не прекратится сброс канализации в протоку, вполне вероятно еще одна чрезвычайная ситуация местного значения. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, Аймекконский район. В Якутске стартовала республиканская научная конференция «Шаг в будущее». 1500 школьников со всей республики защищают свои проекты в 34 секциях. О самых интересных расскажет Оксана Устинова. Здесь представлены работы, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера. Есть и необычные темы. Например, ребята сделали мыло из жира жеребятины и говядины, книгу «Пушные звери Якутии» для незрячих детей. Другая школьница год назад начала изучать народный метод лечения из рыбы. Я вообще не знала, что можно лечиться рыбой. Мы делали опыты, клей делали из осетра, и щуки делали заливное. Можно еще соленые рыбы тоже можно, оказывается, лечиться. При переломах, трещинах, растяжениях тоже можно лечиться клеем осетра. А при ангине можно лечиться желчью рыбы. Одной из массовых профессий будущего специалисты называют оператора дрона. Беспилотники уже широко используются не только для фото и видеосъемок, наблюдений территории и прочее, но и для доставки грузов. А вот ученик из Нерюнгринского района самостоятельно собирает конструктор беспилотного летательного аппарата. Этот конструктор сделан максимально просто, то есть человек, который не знает, как собирать беспилотники, вначале получает знание теории, просто потом собирает и настраивает его через программу. Причем программа сделана такая, что все сделано визуально, и это как бы максимально упрощенно. Ну, себестоимость этого дрона где-то 10,5 тысяч рублей.
То есть по сравнению с аналогом это весьма дешево. В этом году юные исследователи защитили свои проекты как на русском, так и на английском языках. Впервые конференция проходит как подготовительный этап к международной интеллектуальной игре. Можно сказать, что охват у нас очень большой. Более 20 тысяч школьников приняли участие на школьном, муниципальном этапах. И те, кто вот здесь добьются успеха, получат право участвовать во всероссийских конкурсах, конференциях. И также будут кандидатами в сборную республики на международные интеллектуальные игры. И в рамках этих интеллектуальных игр будет много мероприятий, связанных именно с исследовательской деятельностью школьников. Это движение охватывает всю республику. А лучшим достижением участников конференции, несомненно, станет воплощение в жизнь их смелых и интересных проектов. Оксана Устинова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Посетить другой город в новогодние каникулы всегда интересно. Для нерюнгринцев одним из популярных и доступных мест для отдыха и шопинга остается Благовещенск. Город находится в 1000 километрах от столицы Южной Якутии. Куда, как туда можно добраться и чем может порадовать гостей новогодний Благовещенск, расскажут наши корреспонденты. Прямого ЖД-сообщения Нерюнгри-Благовещенск пока нет. Так что, купив билеты до станции Свободный или Белогорск, предновогодних тарифов это около 2000 рублей за место в плацкартном вагоне, будьте готовы провести в дороге чуть более 23 часов. Да, и не забудьте, что вагон-ресторан канул в прошлое. На смену ему пришли оборудованные буфеты. Так что о питании следует позаботиться заранее. Традиционным остается чай в фирменном стакане. Друзья, мы прибыли на станцию Свободный. Теперь нужно быстро перебежать на ту сторону. И наше путешествие продолжится уже на маршрутном такси. Надо быстрее бежать и занимать места. Билет в маршрутном такси выйдет 500 рублей, но стоит помнить, что в отличие от белогорских такси, свободненцы не развозят по адресам, а везут до автовокзала. Дорога займет часа полтора. Огромные снежные ледяные фигуры, горки, каток и развлекательные программы – вот чем встречает центральная площадь. Еще совсем недавно приезд в Благовещенск несомненно включал в себя и заезд в Китай, в соседний город Хайхэ, что на том берегу Амура. Но за последнее время ценовая политика сменила полюса. И теперь за некоторыми товарами уже китайцы едут сюда. Ведь для удобного и приятного шопинга здесь отстроили огромные торгово-развлекательные центры. Сергей Козюра, НВК Саха, Нерюнгри. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Также все актуальные новости всегда можете найти на портале nvkonline.ru. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.